Отиум, Амфорос, Шарм-эль-Шейх, Египет, третья часть. Погнали! Друзья, если вы педанты, действительно любите, чтобы территория была убрана и все остальное, то есть вообще в идеале, этот отель, который вам подойдет. Здесь каждый сантиметр вылизывается, каждый сантиметр просто, я в шоке, они здесь так работают в этом плане, просто капец. Территория вся убрана, вымыта, вычищена, весь день трудится персонал, весь день, понимаете, и все это тихо, ни крика, ничего нет. На этой территории здесь все шикарненько. Если посмотреть обзоры, которые я делал раньше, то есть на другие отели, я, ну, говорю правду, там поскандалил, там что-то еще, там какой-то казус, там кому-то поломали чемодан, персонал, что-то еще там, пытались содрать бабки, не знаю, здесь такого я пока не видел. Учитывая то, что это не первый, и не второй, и не третий день, ребята, здесь такого нету, понимаете? Обязательно, я говорил и говорю еще раз, покупайте маски. Много читал отзывов, все рекомендуют маску, здесь можно купить. Да, ребята, здесь можно купить маску. Давайте, кстати, я вам покажу, какие здесь маски. Маски продаются прямо вот здесь на пляже. То есть есть вот такой вот дайвинг-центр прямо на пляже, он присутствует. Экскурсии здесь есть, все остальное, вот персонал. И мы сейчас зайдем, посмотрим, что у них есть в продаже. Вот как раз ребята стоят. Сейчас пойдем посмотрим, какие у них есть. Я думаю, вам это очень интересно будет посмотреть. Персонал очень дружелюбный. Вот он. Целый ассортимент. Все, что хочешь, правильно? Есть. Вот. Это такой как бы магазин, дайвинг-центр. У них здесь есть прямо и вот баллоны, видишь, есть. То есть можно и понырять, правильно? И вот, да. И вот давай посмотрим маски. Покажи, пожалуйста, самые хорошие, какие у тебя есть. Four mask. Ага. Сколько цена? For rent or sale. А, $7? Нет. В долларах сколько? 7. Напиши на бумажке, да. Цена. Вот, money. One day. Это прокат. Прокат. 25 долларов for sale. Вот это вот. For sale. One day, $5. Значит, получается, вот такие вот маски, эти тоже, да? Все маски любые, вот это полнолицевые, о которых я говорил. Цена $25, а прокат получается $5 один день. А покажи, пожалуйста, вот. Какие они? Вот они, это новые, да? Покажи вот эти две маски, можешь показать? Вот смотрите, какие они полнолицевые, я сейчас вам покажу. Ну, любую, тут они одинаковые абсолютно. Вот смотрите, полнолицевая, тут для GoPro, для камеры есть. И вот резинка тоже. Такая маска, да. И вот, полнолицевая маска. Вот, то есть можете даже взять на прокате. Тут есть. И тут выбор у них очень много. Вот за $25 такие же самые вот они упакованные. И вот. Да. И тут сразу этот. Если вы не хотите приверженец старого образца, вот есть. Сколько они вот эти стоят? $20. А вот такие, которые обычные, которые не полнолицевые, они стоят $20. Да. $20. А вот такие с трубочкой? Вот эти вот. Сколько? С трубкой, да? А, $20, да? Понял. И есть чехлы. Чехлы тоже есть, которые можно нырять. Тоже. Сколько цена у них? $8. Вот тоже. Вставляйте телефон. Все это здесь продается. Все это есть у них. Правильно? Все. Так, ребят, погнали дальше. Добрый день. Вы ныряли сегодня, да, уже? И как сегодня погода? Волна сильная? Нет? Так, ребят, и сейчас мы спускаемся с вами. Именно покажу я вам этот понтон, ради которого стоит сюда приехать, поснимать рыбок. Скажу даже то, что экскурсии, ребята, не все передают. Вот сейчас утро. Флаг висит. Красный. Но мы сейчас будем нырять. Это будет отдельный обзор, наверное. Видите, красный флаг. Утро. Но мы того. Здесь много очень камня. Не очень комфортно. А вот там,
здесь, вот куда я иду, начинается сразу глубина. И ради этого стоит. Ребята, по маскам я вам показал то, что продается здесь. Это все действительно дерьмо. Кто разбирается, это дерьмо. Сейчас я вам покажу ту маску, которой пользуюсь я. Она стоит, даже, наверное, дешевле стоит, чем $25. Дешевле, потому что у них-то, ну, я что показал вам эти маски, потому что это жесткий Китай. Жесткий. Сейчас я вам покажу то, что есть у меня. И мы тут будем вот сейчас. Это спасатель, который свистит постоянно. И вот здесь вот нормально. Не знаю, сейчас я надеюсь, вам нормально слышно меня. Вот здесь можно спуститься, понырять, поснимать рыбок. Смотрите, как дно. Здесь нормальная глубина, и смотрите, как все четко видно. А если у вас есть еще и телефон, то можно нормально. Вот парень, у него свисток есть. Привет. Да. И будем сейчас нырять. Сейчас хорошо купаться, можно или нет? Можно? Даже если я плохо плаваю, можно купаться, нормально? Можно туда. Сносит течение, да? Течение чуть-чуть туда. Ага. То есть сейчас хорошо? Хорошо. А волна когда уйдет? Чуть-чуть. Волна. Тын-дын-дын. Будет все равно, да? Да. А завтра? Завтра будет. Вот. Ребята, то есть с утра. Поэтому не тратьте время, приходите с самого утра. В 7 утра, в 8, и тут купаться уже, говорю, можно, вот именно, не тратьте время, говорю, лучше, чем даже на экскурсиях, это не, я слышал от многих людей, вот здесь вот нормально можно понырять. У них хороший понтон, только когда сюда заходите, я не знаю, будет вам рассказывать или нет, обязательно, так как открытая местность, прячьте, вот я вам покажу, обязательно делайте вот так, чтобы не унесло, тапки ваши. Вот так вот положили. Сюда, и я сверху ставлю сумку. И вот, ребята, я вам покажу то, что надо брать. Первое. Я вот буду сегодня нырять. Я взял вот таких вот две тесьмы. Обязательно. Вот то, что нам выдают на съемке, да. И чтобы не тонуло, не тонул мой гаджет, мой телефон. Вот такой поплавок. Тоже беру на Алиэкспресс. Очень качественный, очень хороший. И маска, ребята. Декатлон я брал. Здесь действительно классный силикон, очень хороший, и поплавок необычной формы идет. Вот видите, да? То есть маска не запотевает, как китайский абсолютно, и самое главное то, что ну, она по качеству очень хорошая. Тесьма, но надо ее тщательно выбирать. Ребят, если есть возможность выбрать маску хорошо и купить в магазине, покупайте, конечно, там. Это того стоит. Стоит это недорого, но приехать со своей маской под себя сделано, это просто капец. Ну и никогда не игнорируйте парня, который здесь находится. Он свистит, если, например, вас сносят в сторону, например, да? Он делает... Он покажи, как ты... Да, вот так он показал все. То есть вы должны вернуться обратно, потому что течение бывает очень сильное и может сносить вас. И сразу он посвистел, и сразу, вот, я то, что говорю, персонал здесь очень классный. Вы видите, вот, все сразу вот. Для фотографий, ребята, неважно, вы боитесь волны, не боитесь, с того стоит. Тоже одно из мест, куда можно прийти. Компании или одному тоже, классное место вообще, супер. Девочки, если вы полюбляете Инстаграм и выложите видосик какой-нибудь, да, красиво обработано. Это как раз то, что вам надо. Вот смотрите, какое тут солнце. Какие горы вот выбитые. Это того тоже стоит. Еще хочу сказать то, что в номерах, ребята, оставлять деньги без присмотра не стоит. Потому что любая сумма, которую вы оставите вот на видном месте, то есть на столе, на сбоку стола, то есть неважно, 3000 долларов, 5000 или доллар, все это при уборке может все уйти, сразу вам говорю. Поэтому ничего не стоит оставлять. То есть доллар хотите дать, дайте. Как правило, если вы там дали доллар 2, вам сделают красивую там... Красивую тему какую-то там, типа, с полотенец, что-то еще там, ну и хорошо будут убирать. Хотя, даже если не оставлять, все равно очень хорошо убирают. Ну, уборка у них шикарная вообще. Если что-то надо более, ну, спрашивайте, в комментариях спрашивайте, я с удовольствием вам отвечу на все вопросы. Потому что здесь мы были не как все 7 дней, а здесь мы такое количество, что вы даже не представляете. Друзья,
Я вас очень прошу, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пишите в комментариях.